Ну что, дорогие друзья, я сейчас захожу в игру, в которую мы с вами играли на протяжении 2 лет. Каждый день я снимал видосы, каждый день я стримил эту игру, я донатил очень много этого игру. Я много создавал аккаунтов в этой игре, я разыгрывал много чего в этой игре. Это Clash Royale. И мы с ним, ребята, скорее всего, в 2018 году попрощаемся. Не полностью, нет, конечно же, я не буду уходить с Clash Royale, не спеши там бунтовать в комментариях. Мы все любим Clash Royale, мы все... помним Clash Royale, хочется сказать, но его пора отпустить. Ему на замену приходит Brawl Stars. Brawl Stars вы тоже очень часто слышали, потому что эта игра везде, во всех ушах трезвонит. И два слова, которые у вас в голове, наверное, связаны с Brawl Stars, это Brawl Stars и релиз. Ну, может, Android еще. То есть... вы про эту игру слышали, но вы не знаете, а что? В чем прикол этой игры? Почему? И скачать ее никто не может, поиграть в нее никто не может. Ну, только там с путем некоторых манипуляций, через VPN, через смену страны. Но не все смогли скачать эту игру. И вот такая возможность предоставляется для всех. Новая игра от разработчиков Supercell выходит в декабре. Сейчас можно прямо сейчас уже зарегистрироваться. Я этого делать не буду, потому что это уже сделал. Вы получите новый скин от этой игры. В следующем ролике я буду снимать Brawl Stars. Вот он выйдет буквально через час после публикации этого ролика. Я порассуждаю вообще, как зайдет эта игра, как она вам, ну, будет ли так она западет вам в душу, как Clash Royale, или же она так, временный хайп. В общем, посмотрим, это все со временем, это предсказать на самом деле трудно, но тем не менее я порассуждаю, такой полет мыслей будет в следующем ролике. В свою очередь, я, конечно, очень рад, потому что я поиграл эту игрушку, она мне очень понравилась, я хотел бы вместе с вами играть в нее, и надеюсь, она вам тоже понравится, и мы будем снимать про нее ролики. Ждите, ребята, декабрь, он не за горами. По поводу Clash Royale, давайте теперь расскажу по поводу Clash Royale. Игра, конечно, очень популярна, игра, конечно, очень классная. Эта игра не создана прям для... вот многие бомбят, что эта игра... ну, точнее, не бомбят, а твердят, что эта игра чисто рассчитана на школьную аудиторию. Это не так. На самом деле, тут нужны мозги в этой игре. То есть, вот, если бы они у меня были нормально... ну, точнее, они у меня есть, но если бы я был чуть умнее... чуть продуманнее, вот стратегически, наверное, я бы вот 3 поражения сейчас на видос бы не сделал. Вот, и вот если, исходя из этого игрока, то есть вот, мне кажется, что, ну, это вообще сверхразум, потому что, ну, такое ощущение, что он вместе создавал с Менделеем таблицу, потому что, ну, додуматься до связки Валькирия плюс элитные варвары с Рейджем сможет не каждый, и это просто сверхчеловек. И как только я начал рассказывать по поводу Clash Royale, произошло, ребята, сейчас скажу сколько, где-то, ну, 13 минут мучений. Раз, два, три, четыре, 5 поражений. За это я и люблю Clash Royale. Я еще добавил на фон снег, дабы придать такой атмосферы Нового года, потому что у меня за окном, ребята, 10 сантиметров снега выпало, я охренел. Первый снег в ноябре, хоть бы он на Новый год был, так как он осенью валит. Но это временный снег, это не, он не будет дальше у меня в роликах, я через недельки-две, где-то уже в начале декабря, уже рамочку новогоднюю добавлю. Кто-то говорит, рано, зачем, а я люблю вот пораньше, елку поставлю, гирляндами все завешу, потому что для меня осень такая, знаете, серая какая-то, унылая. Ну, вот это лично мое мнение, это мои ассоциации. А зима, вот эти декабрь, праздники придают такой, такие светлые краски, светлые тона в настроениях. Не знаю, вот что-то лично мне, не знаю, как у вас там. Значит, я хотел бы, ребят, поговорить по поводу Clash Royale. Но прежде чем мы начнем говорить, ребят, сегодня будет стрим, естественно, по роялю. Пожалуйста, придите, но обязательно проверьте, подписаны ли вы на тот канал, на котором у меня стримы. Это, ребята, новый канал, поэтому обязательно проверьте. Ссылка на него есть в описании. Подпишитесь и нажмите на колокольчик. Стримы там ежедневно теперь будут до января месяца, потому что у меня висит страйк теперь на основе и на канале, на который вы были подписаны, Holdik Stream. Теперь будут стримы на Holdik Live. Ну, вот так вот, YouTube любит страйки кидать, но ничего страшного. Вот, подписывайтесь, будьте в курсе всех событий. И на этот канал тоже. Что я хочу сказать по поводу рояля. Ну вот, я проиграл 5 поражений. Если бы, ну, я был обречен одной игрой, я бы бомбил, как всегда, впрочем, во всех выпусках. Но сейчас у меня нет такого бомбежа. Я вот просто смотрю на эту игру с сожалением каким-то. Погнали в бой. Я не знаю, будут опять поражения или победы, это не важно. Просто послушайте меня, если вам интересно меня слушать. До конца этот ролик досмотрите. Вот, и, в принципе, я буду готов с вами в комментариях еще пообщаться. Пишите только, пишите какие-то, возможно, мысли свои тоже. Что вы думаете, только адекватное попрошу вас, пожалуйста. Значит, ребята,
Ну, естественно, я думаю, вам всем понятно, что игра Clash Royale потихонечку уходит на второй план. Это напоминает игру Clash of Clans с того момента, когда вышел Clash Royale. Я хочу сразу вам пояснить, что я, как бы правильно, ну, не хейтер этой игры, то есть я на нее, ну, бочку не пру, то есть не говорю, что эта игра говно, провальный проект. Нет, на самом деле я этой игре обязан более чем, потому что благодаря игре Clash Royale я собрал вас, дорогие зрители, 750 тысяч на канале, я собрал 750 тысяч на канале подписчиков, и среди них есть и фанаты, доброжелатели, недоброжелатели, хейтеры. И вообще, ну, много разных людей, но тем не менее они есть, и они меня узнают как личность Холдик, да, то есть они меня как личность в жизни не знают, а вот как Холдика меня стали узнавать благодаря этой игре. Естественно, это благодаря только Clash Royale. Но, понимаете, иногда хочется новых эмоций, новых ощущений. В этой игре перестали быть, ну, перестали такие события происходить, то есть перестала игра обновляться, и разработчики, знаете, когда последний раз обновляли игру? Я вам скажу, в том году, именно в том году перед Новым годом было, как по мне, последнее обновление, когда ввели... новые сундуки. Легендарный сундук короля и сундук фортуны. Вот тогда реально снова как-то возродилась жизнь в игре. Просмотры просто были там. Ну, это был самый продуктивный год 2018 для моего канала. То есть я поднял канал там, можно сказать, с колен, действительно. Ну, но потом, дальнейшее вот это все, что дальше было, это, ребята, стагнация. Ну вот, это, скорее всего, последний год этой игры. По поводу, буду я снимать еще Clash Royale или не буду. Ну, естественно, я еще буду снимать. Ребят, я не ухожу полностью. Но это будет последний месяц. Последний месяц вот такого активного... продакшена, хотел сказать. Но это громкие слова, на самом деле. Какой там продакшен, господи, это обычные летсплеи. Ничего такого я серьезного не делаю в этой игре. Но это будет последнее, вот, что я буду вкладывать в эту игру. А я вложил в эту игру много времени, много сил, денег не меньше я вложил. Денег я очень много вложил, на самом деле. Вот, но это будет последний такой вот месяц. Я заканчиваю проект с Хабибом. Больше новые проекты создавать не буду. Хабиба разыграю среди вас. Отдам совершенно бесплатно за подписочку. Вот, но, ребятки, тема такая, что, ну... Основу я никому не отдам, не разыграю, не продам. То есть я останусь, знаете, так преданным роялю. Возможно, периодически так ностальгируя в нее заходить. Вот. Поэтому я больше не буду донатить такие крупные суммы в игру. Я не буду больше, я не знаю, покупать вот эти спецпаки, наверное, эмодзи, разыгрывать гемы в этой игре. Я полностью практически перехожу на Brawl Stars. Ну, практически. Тут и ключевое слово, практически. Крутая, кстати, победа. Я еще хочу посмотреть на отклик своей аудитории. Я хочу, после того, когда выйдет релиз Brawl Stars, я хочу посмотреть на то, как вы отреагируете на эту игру. Понравится вам или нет. Естественно, я буду снимать разные обучающие видео, там, чтобы вы быстро ввелись в курс дела. Я понимаю, что меня сейчас смотрит какой-то процент аудитории, который уже играет в игру и который как бы типа не нуждается в моих советах, уж тем более в моих, потому что большинство играет лучше меня. Но вы уж смиритесь с тем, что огромнейший процент аудитории вообще не знаком с этой игрой, поэтому им, ну, это обучение будет, ой, какой зап, очень кстати. Вот. Естественно, будет меньше стримов теперь по игре Clash Royale. Но опять же, я хочу посмотреть, вот когда выйдет релиз, что произойдет вот с игрой. Будет ли она, ну, Brawl Stars, будет ли такой вот популярный, как Рояль, или же это временно? Но я верю в разработчиков Supercell. Они не просто так делают глобал релиз, они, естественно, рассчитывают на эту игру. Они выкупили, ну, об этом я хотел, конечно, поговорить. Я вот перехожу на ту тему, которую я хотел обсудить в следующем видео. По Brawl Stars. Вот. Ну, больше, наверное, давайте сейчас про рояль поговорим. По поводу рояля. Ну, ребят, возможно, кто-то, конечно, со мной не согласится, что рояль уже не тот. Вот, ну, на самом деле, это глупо отрицать. Вот. Но хочется каких-то новых мыслей, точнее, новых эмоций получать от игры. Хочется каких-то, новые какие-то функции, режимы в игре. Их нету абсолютно. Мы играем в одно и то же. Global,
Global и Гранды. И то Гранды сейчас неинтересны, но согласитесь, вы играете в Гранды, я сомневаюсь. Вы играете максимум в Global, в 2 на 2, все, это все, что, ну, КВшки, ну, это вообще уныние. Это вообще уныние. А в Brawl Stars режим Game Grab, режим Haste, потом каждую неделю вводят новые режимы, типа, как у нас были испытания в игре, так там режиме каждое воскресенье или каждые выходные, я не знаю, не помню. Вот, Showdown самый популярный режим, как... Ну, то есть там реально много режимов, я думаю, что эта игра еще будет обновляться и будет много чего вводиться, но им, я думаю, надо время на это все. Вот, поэтому, ну, как-то я вот больше отдаю приоритет, думаю, Brawl Stars, он зайдет вам, он должен вам зайти. Но не спешите списывать со счетов мой канал, если вы вдруг подписаны исключительно за рояля. Я же опять повторюсь, рояль будет на канале. Я еще, ну, не ухожу. Этот месяц я еще доиграю. Я хочу в этом месяце взять 600. Я хочу закончить этот месяц красиво. Красиво и проводить рояль на пенсию. Но поймите меня правильно, проводить рояль на пенсию не означает просто удалить ее и все. Просто ее будет меньше. Просто ее будет меньше. Вот, грустно это, не грустно, я не знаю, но, ребят, это так, эта игра поднадоела, я вам давно об этом говорил, вот, и хочется каких-то новых эмоций. Я буду совмещать один ролик по роялю, допустим, да, один ролик по Brawl Stars'у в день, вот, ну, дальше посмотрим насчет там стрима, вот это всего, все зависит от того, как зайдет вам игра. Это, конечно, все зависит от релиза, то есть, когда будет релиз, это уже будет всем понятно, вот. Я вам сказал уже, да, что я не хейтер этой игры, я ей по большей части обязан, я люблю эту игру, вот, но, знаете, вот все равно грустно, я вот ностальгирую по тем временам, вот, для меня это какая-то частичка жизни, это обычная игра, ё-моё, обычная игра, но эта игра много чего поменяла в моей жизни, эта игра познакомила с многими людьми меня, и это очень важно, то есть это, ну, так, знаете... То есть это больше, чем игра, я бы сказал. Вот. Ну, а вот по поводу удовольствия, по поводу самого вот... как бы это сказать? Факта того, что уже не те эмоции и то, что уже игра не идет вверх. Там по рейтингам можете посмотреть. Эта игра перебила все рекорды, сейчас она уже не хайпит. То есть, ну, да, эта игра не хайпит. Это можно сказать вот буквально этой фразой. И ничего не придумывать. Вот. Но я хочу еще услышать вас. Я готов с вами в комментариях пообсуждать, попереписываться. Только, пожалуйста, опять же, я прошу, давайте адекватно. Я же не рублю с плеча, вот, допустим, да, вот сейчас ты, например, думаешь, блин, а я не хочу Brawl Stars, я хочу еще рояль. Я для тебя еще готов стараться, вот, знаете, для таких вот, кто реально, ну, давно меня смотрит и... такой искренний фанат игры, но я не думаю, что их прям очень много, наоборот, я вижу много комментариев, холодик, я смотрю исключительно тебя, только из-за тебя, рояль уже давно не играю, вот реально много таких людей я вижу, вот, но я хочу вот после этого ролика посмотреть, что вы по этому поводу думаете, рады ли вы релизу Brawl Stars и испытываете ли вы радость, комфорт в этой игре, удовольствие какое-то, или же все-таки она вам надоела? Вот сами себе ответьте, не мне. Я понимаю, что новая, возможно, новая аудитория и новые юзеры скажут, да не, нормальная игра. А вот олдфаги, вот кто еще с 2016 года? Мне вот интересно, вот если вот по чесноку. Я думаю, что все-таки что-то уже не то, да? Вот все-таки нету такой изюминки. Я уже неоднократно говорил, я могу, знаете, как... ну, одно и то же опять трезвонить про то, что игра не обновилась, нету новых карт, нету никаких новых эмоций, вот, да, то есть, ну, много фактов вам привести того, что ничего здесь не обновляется, вот, я думаю, вы это и сами понимаете. Но, блин, я думаю, ну, я хотел верить, что будет в 2019 году Рояль 2.0, но этот Рояль 2.0 это Brawl Stars, я вам серьезно говорю. Это на полном серьезе. Рояль 2.0 это релиз Brawl Stars. Вот. Ну и в принципе это все, что я хотел сказать. Теперь давайте завершим выпуск. Сейчас постараюсь затащить каточку, играя против Spellbait'а. Значит, вы поняли, да, что этот месяц он будет исключительно посвящен Clash Royale и только ему. То есть будут, может, ролики там периодически по Brawl Stars'у, но они будут периодически.
То есть не будет такого прям, что оп-оп-оп-оп-оп, тихо. Так, надо же не забывать, что у него ракета. Не будет такого, что я прям вот прям сейчас все срубил с плеча и перешел на полностью на этот тихо, блин, на Brawl Stars. Мне трудно, ребят, на самом деле сейчас играть и вам что-то рассказывать, потому что напряжено на этих кубках, причем до этого 5 поражений подряд. Фух, затащил. В этом месяце я доведу Хабиба до определенных кубков, я сделаю здесь фулл прокачку и я подарю его вам. Подарю его вам совершенно бесплатно, с фулл прокачкой, разыграю. Основу никому не отдам, основа останется жить вместе со мной, в моем сердце. Я буду еще снимать ролики по роялю. Новых проектов, скорее всего, уже не будет. Будут, скорее всего, новые проекты по Brawl Stars. Короче, ну вот так, ребят. Вот так. Я вот хотел высказаться. На самом деле, ну, может быть, я не все сказал, что хотел сказать перед роликом, потому что я часто сбивался, когда играл. Вот, и это трудно на самом деле играть и что-то рассказывать, потому что ты, блин, и смотришь на арену, и думаешь, какую карту выпустить, и, короче, ну, у меня могло что-то перемешаться. Но в целом, я хотел сказать то, что, блин, мы ждем новой эры, Все, ребят, я хочу пообщаться теперь с вами в комментариях, посмотреть, что вы по этому поводу думаете. Всех люблю, всех обнял, скоро увидимся. Пока.